Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин. Поиграем в Cube Survivor. Когда-то я про нее уже снимал, но потом чего-то подзабросил, а сейчас вот что-то меня потянуло прям опять на вот эти вот игрушки такого плана в стиле Lost Day. Эта игрушка тоже, как вы заметили уже, в стиле Lost Day. Вот, создана, в принципе, с помощью разработчиков, по-моему, Lost Day. Потому что вот давайте мы даже вот сюда зайдем, смотрите, видите, песик сидит, мы... Жмем на него, вот, и видите, выполни задание в Лдое, то есть в Lost Day, если я зарегистрируюсь, выполню все задания, мне дадут вот такие вот всякие причиндалы, там какие-то каску, в общем, шмотки и оружие. Но я, конечно, это делать не буду, потому что в Лдое я когда-то играл, потом потерял свой ак. Вот, так, ну что же, давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Кто не смотрел видосик по... Первый видос по этой игре, можете на канале зайти посмотреть. Вот. Что у меня? Тут у меня уже пусто, потому что я тут уже прям все обчистил. Да. Вот. И не зря это сделал, потому что, видите, у меня вот 20 рогушек уже вот здесь, они у меня есть. О, я съел одну! Ай-яй-яй-яй-яй! Что у меня здесь? Тут у меня, короче, ничего нету. Ну, как есть, но чуть-чуть. Так, в общем, смотрите, у меня тут две вот этих вот... Как они называются правильно? Половильни. Потом сундучки всякие. Тут у меня чоппер. Я уже не помню, что у меня с тут чоппером. Мне нужно еще один болтик и... Одно колесо, ну и стандартное, да, движочки, вилка, бак, вот, о, и резинки нужны еще, вот, и нужны еще резинки. Короче, в общем, мы сейчас пойдем, знаете куда, пойдем в какую-нибудь локацию, вот, и будем искать всякие резинки, всякое такое прочее. Так, посмотрю, что у меня тут по еде, по воде, в принципе, все нормально, я вот себе сделал монтировочку на всякий случай, потому что у меня мой мясницкий топор уже скоро прям кранты ему. Вот, и что, побежали? Побежали, сейчас пройдемся. Только вот не знаю, куда идти. В самую такую легкую зону. Или, в принципе, можно даже пойти где-то, где посложнее. Потому что у меня, в принципе-то, рогушки есть. Если что, я могу прям там отбиться. А, стой, подожди, нужно посмотреть, что у меня. У меня кирка, смотри, у меня кирки больше. Поэтому, наверное, пойдемте все-таки в каменную зону. Ай, стрёмно, слушай. Ну, как-то реально стрёмно туда идти. Ну, а что делать? Нужно стараться, нужно развиваться, поэтому, эх, ладно, побежали. Так, в общем, вот он, бежит мой парнишка, мой выживающий человек. Так, войти, да, входим. Слушай, ну аккуратно нужно быть, потому что тут уже могут быть эти кислотные парнишки. Ну, вы знаете, вот эти вот, которые плюются кислотой, зомбари. Так, в общем, ждем загрузку, так, все. Слушай, нужно сразу собирать, наверное, камушки. Пока у меня... О, железо, железо, нужно добывать. Вот он, вот этот чувак, о котором я вам говорил. Вот он прям тут, прям какой-то токсичный. Слушай, токсяк. Токсяк такой. Кто-то мне, помню, в комментариях писал, что это злостный токсяк. Так, а ну давай про все, железная руда есть. Рудишка. Рудишка, железнишка. Так, как бы там подкрасться, чтобы со спины его рубануть? Получится так, не получится, не знаю. Получилось, есть, отлично. Че, ничего у тебя нету? А нет, что-то есть, смотрите. Веревочка, веровка. У него есть веровка. Так, что у нас тут-то? Рыскаем, обыскиваем или лутаем. Так, и чего у нас тут? Ох, болтики, болтики вы мои, хорошо. Так, ну что, надо дальше идти. Так, чтобы опять токсяки не подбежали. Лучше я буду подбираться аккуратненько. Так, и теперь рыскаем. Чтобы они не услышали только. Вот это очень важно. Чтобы они не услышали. Все берем. Все берем. Можно теперь убежать отсюда. Потихонечку. Кстати, ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, про что мне лучше снимать. Про эту игру, заморочиться в нее и продолжать снимать побольше про нее. Либо про... ту игру, где анимешная выживалка DayZ, либо снимать и то, и другое. Вот напишите в комментариях, хотелось бы знать ваше мнение. Я-то для вас снимаю, в принципе. Саму мне, конечно, тоже интересно играть, но сам ему поиграть, когда, например, не снимаю. Что я, в принципе, иногда и делаю. Например, я давненько не снимал про Clash of Clans, хотя регулярно каждый день в нее играю. Так, слушай, у нас нету места для мяса, мы, наверное, удалим лампочку, она нам нафиг не нужна, а вот мяско пригодится. Так, ну что, давайте подкрадемся,
По-моему, я так и не нашел ни одной резинки, да? В лесу, понимаешь, без резинки нелегко. Резинка, она всегда нужна, всегда пригодится. Стопэ, стопэ, стопэ. Слушай, давай я, наверное, съем... Хотя вот, стой. Пиво, вот пиво мне точно нафиг не надо, ребятки. Пиво это вредно. Никогда его не пейте, это фу, бяка. Скажем так. Так, ладно. Вот руда, вот железная руда, без нее, как говорится, никуда. Вот она нам нужна по любасику. Так. О, что ж такое? Инструмент сломался. Слушай, ну это не дело. Нужно, короче, нам что-то... Стопэ там... Таксяк за мной бежит, видишь? Я вовремя заметил. Таксяк, злостный таксяк, ты... Фух. Ягодюли. Лечимся ягодюльками. Слушай, а что же нам делать-то, а? Нужно что-то, короче... 5 бобов. Жалко их выкидывать как-то? Совершенно жалко. Ладно, пока место есть, в общем. А что мне это место? Мне теперь-то нужно как-то сотворить себе кирку. А как ее сделаю? О, слушай, так у меня и жетух-то мало. А чё ж я торможу-то? Нужно быстрее, быстро подкрепляться прям. Вот сейчас я возьму дерево. Ладно, подкрепимся тогда вот так вот. Хотя дерево-то мне нужно... Смотри, кто-то бежит, кто-то бежит. Ух ты! Ух ты, чувак! Чувак, чувак, чувак! Так. Стой, 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 как вы думаете? Он... А-а-а-а! Я не успел... Лучше бы я убежал, слушайте, вот... Вот... У-у-у, позор какой! Вовкин! Позорный! Ну как же так? Блин, что-то я понадеялся на свою какую-то быстроту и реакцию... Но зря это сделал. Короче, это все. У меня нету ни рюкзака, у меня нету ни шиша вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а там такая была удачная именно нычка, да? Ой, капец. Ладно. Чего делать? У меня тут есть еще вот такая штука. Есть. Это знаете, зачем я делаю? Рюкзачок. Это я беру для того, чтобы склепать себе... Ну, сейчас вам покажу, что, чтобы склепать себе, говорю, склепать вот такую вот штуковину. Создаем. Все, отлично. У меня теперь есть монтировка. Я что-то думал, а, вот так вот, да, надеть. А я хотел ее переместить. Ну, в принципе, можно было и переместить. Вот. Так, все, я готов. Голенький, но готовенький. Так, и у меня еще здесь где-то были рогушки. Рогу мы берем сюда. Стоп, я забыл, как брать рогу. Как его брать? Ой-ой-ой, стопэ. Нам же нужно теперь вот это все скинуть, лишаки, что нам не нужно. Так. Я должен как-то взять рогу. Хотя я уже и забыл, как это делать. Так. Так. А ну, вот сюда, что ли? Вот сюда, что ли? Нет, не сюда. Вот. Ну что ж я торможу-то, а? И вы молчите, мне не подсказываете. Вот сюда. Хотя, как вы мне подскажете, конечно же. Так, ну ладно, все, закрываем. Ну что, я готов. Я, в принципе, готов. Вооружен, очень опасен, но... Немножко, конечно, сглупил в первый раз. Ладно, окей. Надеюсь, сейчас будет все в порядке прям... Хотя я без руды, я, короче, без вообще, без ничего. У меня нету ни топора, ни кирки, ни фигарики у меня нету. Я не хочу, в принципе, идти. Давайте пойдем все-таки сюда, потому что вы видели, там много чего всякого вкусного есть. Поэтому все-таки пойду сюда. С клюшкой парнишка. Слушайте, может он там еще бегает? А может я найду свой трупак? Может я его там залутаю? Может там что-то хоть осталось? Хоть что-то, монтировочка. Хотя, наверное, он монтировку, скорее всего, забрал. Этот хитрый парнишка с клюшкой. Ну, вообще, какого фига он там делал? Так. Слушай, а где он меня убил? Я уже не помню. Где-то в этом райончике, да? Ай-яй-яй. Я не могу пробежать мимо ящика, когда около него практически никого нету. Нужно аккуратненько
аккуратненько залутать. Так, хоть бы что-то много было чего-нибудь вкусненького. Так, окей, три болтика, в принципе, неплохо. Так. Отбегаем. Этих кисляков пока мест нету, да, кислотников, это радует. Так. Берем ягодки. И... Бежит. Куда ж ты бежишь? Вот он. Здесь были другие выжившие. Отлично. Попадись ты мне только. Я тебя сразу отфигарю. И заберу что-нибудь у тебя. Потому что, вы видите, монтировка — это вам не шутки. С монтировкой прям, ух, не шути. Так. Таксяк бежит. Это бежит таксяк по-любому. Два таксика. Хоть. Так. Лечимся. Чмак. Все, отлично. Фух, теперь я воняю, правда. Вот это плохо. Это прям совсем нехорошо. Запахло страхом, как говорится, да? Так, лечимся. Так, отлично. И опа. Опа, стоять. Тут есть ящичек. Нужно посмотреть, что там есть интересного. Так, а ну ковыряйся, давай быстрее открывай. Шаруди копытами своими. Так, что у нас тут? Клюшка, води. Резиночки, слушай. Вот это уже мне радует. Это очень прям хорошо, надо теперь аккуратненько. Аккуратненько, тихонечко. Сейчас волчара побежит по любасу. Я же сказал. Так, ладно, это не проблема, в принципе. С волком мы расправились. И что у нас здесь? Ух ты! Все влезло, слушай, все прям влезло. Я знаю, инвентарь полный. Слушай, мы сейчас сделаем вот так вот. И, наверное, шкуру заберем, да? Шкуру заберем. Так, ну, как бы вообще можно отсюда уже валить. Можно отсюда, как бы, в принципе, сваливать. Сумочку я хоть не нашел, но я уже не знаю, нужна она мне или нет. Посмотри, сколько здесь. Сколько их здесь всех? А-а-а, убегаем отсюда. Все, фух, бежим домой. Домой к маме, к родным. Хотя я тут один вообще, выживший. Один выживший, но какие-то демоны в лесу бегают. Ух ты, поблизости сброшен гуманитарный груз. Там должно быть что-то интересное. Окей, покажите мне, где это. Слушай, ну, я даже не знаю. В принципе, если мне добежать до сюда и все сгрузится, 22, то мне, возможно, хватит, чтобы добежать. А может быть и не хватит. По идее, должно хватить. Так, ладно, бежим домой. Сейчас выкладываем все, что у меня есть, потому что у меня тут прям полный рюкзак всего. Мне-то ничего не хочется терять. Во-первых, и колесо здесь есть, и резинки, и знак, и клюшка. В общем, много чего хорошего, и 5 болтов. То есть это терять просто я не могу. Мне это очень-очень нужно и пригодится. Так, в общем, вот мы прибежали уже быстренько домой. Я говорю, прибежали. Все, наконец-таки. Помыться надо будет еще. Так, ладно, что у нас тут? Сразу давай шкурку мы на шкуродерню, вот сюда, на сушку. Так, помоемся потом и бежим к нашему чопперу. Так, что у нас тут не хватает? Болты. Есть, отлично. Резинки. Хорош. И колесо. Колесо, говорю. В чем дело? Эй, брателло, ты чего? Это что, не то колесо, что ли? Это я что, не то колесо нашел? Слушай, я нашел какое-то... Это не то колесо. Как это так? От чего это колесо? Странно, очень странно. Ладно, давайте, в общем, тогда... Стопэ. Скинем то, что нам не нужно, так сказать, лишнее. Вот, и тогда пойдем уже на ту фигню, которая нам нужна. На то действие. Так. Нужно все, короче, растусовать по сундучкам. Все как оно должно быть. Все прям одно к одному. Так, вот это вот сюда. Изоленточку вот сюда. Там у нас уже полный стак. Хорошо. Ну и как бы стопэ. Вот это меня всегда бесит, когда
по три раза я не могу вовремя сориентироваться, что куда положить и скомпоновать, скажем так. В общем, вот это нам пока меньше не нужно. Мы это все выкладываем здесь, потом разберусь. Сейчас пойду быстренько приму душ и побежим, ребятки, с вами вон туда вот, в то событие. Так, душ надо примять по-любому, потому что вонять буду, запах привлекать, это мне не нужно совершенно. Так, вот, мылься, чистенький, прям чистяк будешь у нас. Прям, ух ты, морозная свежесть, посмотрите, как вкусно пахнет от него. Понюхайте, понюхайте моего выжившего. Какие глупости, я говорю. Ладно, так, в общем, что, нету места, ты представляешь, нету места. В пикапе у нас есть место, нужно, короче, срочно еще какой-то сундук делать, крафтить. И в пикапе у нас места тоже нету. Ладно, в принципе, это не столь важно, потому что у меня там, я думаю, хватит места в сундуке. Не так уж и много у меня там стаков занято. Так, ну что, бежим. Надеюсь, добежим до события. Надеюсь, хватит мне энергии. 36 у меня энергии осталось. И 20 надо. В общем, мы бежим. Надеюсь, там что-то крутое выпадет. Я вот не пойму, откуда ж мне это колесо... А, это колесо, наверное, не от чопера, а от этого, от мини-бусика, да, скорее всего? Колесо, мне почему-то кажется. Так, окей. Вот у нас загрузочка, тут солнце, 10.38, 15 градусов тепла. Ну, в принципе, более-менее тепло. И ты посмотри, нас тут встречает сразу таксяк. На, все. Лежи. Лежи, братишка. Отдыхай. Так, и как бы мне теперь так аккуратненько тут найти, где же этот аэродропчик лежит? Как он так... Что ж такое? Пробежаться хотел, говорю, по периметру. Пробежаться, чтобы никого тут прям не потревожить. А они тут прям кругом, эти зомбари. Слушай, может подожрать ягод? Так, сяк опять, смотри на него, а. Так, все, расправились. Подкрепляемся. Подкрепляемся. И еще ягоды соберу сейчас. Так, отлично. Новый уровень есть. Это уже хорошо. Уровень тоже, кстати, надо набивать, потому что мне там железный топор хочется сделать, а он с 28 уровня. Ух ты, волчара позорная. А ну, отвали. Это бешеный волк, ты представляешь? Это бешеный. Че, может, мяском заодно? Затаримся, а? Шемяк. Оленинка. Ням-ням. Люблю оленинку по утрам. Да и по вечерам тоже, честно говоря. Так, ладно, все. Мы прибежали. Прям так, в принципе, было легко. Может, потому что у меня монтировка офигенная. Она лупит-то. Зашибись. Так, и что у нас здесь? Угу, разрушитель. Ну, как бы и все. Можно отсюда делать ноги, так сказать. Давай соберем еще и ягодки на всякий пожарный. Ну и побежали домой. Так, ребятушки, бежим, в общем, домой. Бежать или идти? В принципе, я, наверное, пойду. Пока он идет, мой персонаж, мы сейчас его подкрепим. Добавим ему силенок. Вот. И на этом будем заканчивать видосик. Вот такой он, смотрите, голенький, в трусиках красненьких, стоит, небритый, побриться бы ему. В общем, как я и говорил, на этом будем видос заканчивать. Ребятки, пишите в комментариях, снимать продолжение по этой игре, либо по DayZ, про анимешную выживалку. Кто не видел, заходите на канал, посмотрите видосики по той игре. Вот, и кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик и, конечно же, лайкосики и хорошие комментарии. Все, с вами был Вовкин. Пока-пока.